на что учиться. Сам работаю в театре и знаю, что в театре неравнодушные люди. И ну, как бы актеры могут, они же на самом деле очень глубокие и не только проявляются на сцене, а, не знаю, принимают активное участие вообще в жизни города. Это же история. А кто как не актер может сохранять историю. Почему именно этот дом выбрали? Там же много их, ну, на ЦАК и Ванцет разных. Ну, будем считать, что начнем с этого. Улица Савка и Ванцети прокладывается как тропа, дорога к монастырю. И это начало 18 века. То есть, друзья, никаких больших дворянских нету в помине. Центр города расположился здесь. Тут дома губернаторов, тут дома знати воронежской, тут их производство, тут их бизнес. Тут первая школа, первая воронежская школа. Тут первая типография, тут первый кинотеатр. В общем, чудеса, чудеса. We've just like this before. You're not a stranger. Театр Кольцова мог бы отмыть, ну, по весне памятник Кольцову, там, театр кукол, памятник Белому Биму, там, Никитина, там еще, то есть, моют от объявлений, от всего вот, от пыли, от грязи, да много хороших дел. Дмитрий предложил сделать театральный субботник. Изначально речь шла о лесе. Дима сказал, давай уберем в лесу какой-нибудь огромный участок. Я говорю, Дим, обязательно, с удовольствием. Но у меня, говорю, шикарная улица, на которой 14 объектов культурного наследия, 14 памятников архитектуры, которым уже около 200 лет. И один из них напротив моего дома, и он самый заброшенный. И, может быть, мы попробуем выйти к нему, если, конечно, кто-то согласится и откликнется. Екатерина, скажите, а в камерном театре вообще у вас бывают субботники? Есть такая традиция? Нет, ты что?